Добрый день, меня зовут Дмитрий. Сегодня я хочу вас познакомить с конфигуратором Galileo Sky. Чтобы получить вам конфигуратор, вам нужно зайти на сайт производителя, это 7gis.ru, в раздел «Техническая поддержка», «Программное обеспечение» и скачать оттуда конфигуратор. Конфигуратор установится сразу с драйверами для оборудования, чтобы оборудование могло подключиться. И начнем. С левой стороны вы видите вкладки устройства, диагностика, настройка, фильтры, EasyLogic, команды, данные, маршруты и iButton ключи. С правой стороны сверху есть дополнительные кнопки. Это для выбора языка, обновления программного обеспечения, конфигуратор, когда требуется, и помощь по странице. Сейчас первая страница. Это устройство. Мы тут будем видеть основные показатели с прибора Galileo Sky, когда подключим его. Есть несколько вариантов подключения. Это локальное подключение, есть удаленное подключение. Диагностика будет доступна только когда вы подключите прибор вместе с настройками и командами. Без подключенного прибора диагностика не работает, в том числе и для удаленного доступа. Когда подключаете удаленный доступ, вы тоже будут работать у вас эти вкладки. Есть тут фильтры, можно установить заранее фильтрацию и посылать уже готовые данные, чтобы не обрабатывать их на сервере. Это сделано для тех серверов, у которых нет функционала такой обработки. Либо они не могут по каким-либо другим причинам обрабатывать эти данные. Дальше идет вкладка EasyLogic. Это вкладка языка программирования, на которой вы можете создавать собственные алгоритмы, действия и создавать уникальное программное обеспечение для вашего трекера. Это очень удобно. Дальше идет данные. Сюда можно записывать файлы для аудиовоспроизведения, так как прибор поддерживает внешние динамики, чтобы можно было воспроизводить какие-либо файлы, например, о превышении скорости, если идет превышение скорости, чтобы можно было об этом оповестить водителя. Маршруты и ключи iButton. То есть можно подключить дополнительно считыватель для ключей iButton и считывать ключи для iButton. Вот такой вот маленький вводный урок по ознакомлению с конфигуратором Galileo Sky. Благодарю вас за внимание. Если у вас остались вопросы, вы можете задать их под видео, либо написать нам на корпоративную почту. Это gps.potok@gmail.com. Благодарю вас за внимание. До свидания.